татами номер 2. Медалистка белой звездой. Татьяна Аксенова, 96-го года рождения, кандидат в мастера спорта. Она из города Екатеринбурга. Представляет вооруженные силы. Дзюдо 2004 года. Лучший результат 5 мест на первенстве России за 24 лет 2015 года. Валерия Бондаренко, 96-го года рождения, кандидат в мастера спорта. Представляет город Старый Оскол Белгородской области. Она занимается физкультурным обществом «Юность», тренируется с 2005 года. Она призерка первенства России в городе Липецке 2014 года. Представляю участник на татами номер 3. Камалова Лира, 1998 года рождения, кандидат мастера спорта. Представляет Приволжский федеральный округ, город Пермь. Дзюдо занимается с 2008 года. Лучший результат. Третье место на первенстве России среди юношей в 2015 году. Ее соперница. Саяпина Виолетта, 1996 года рождения. Кандидат на спорта. Также представляет Приволжский федеральный округ, Нижегородскую область. Дзюдо занимается с 2007 года. Представляю бригаду судей татами номер 3. Гульнабеков Руслан, арбитр, судья всероссийской категории, Центральный федеральный округ. Боковые судьи. Магомедов Магомед, Северо-Кавказский федеральный округ, судья всероссийской категории. Шевцов Геннадий, Южный федеральный округ, судья всероссийской категории. Представляю судейскую бригаду Арсений Татами номер 2. Арбитр на татами Алексей Башкайков, всероссийская категория, город Ульяновск. Боковые судьи Дима Ковалева, судья международной категории, город Москва. И Сергей Левчук, всероссийская категория, город Архангельск. Thank you.
поближе немножко. Она улетела уже. Ну что, лицо, да? Сейчас она заводила. Ты поедешь, побежишь или посидишь? Победила Татьяна Аксенова, Уральский федеральный округ.